Всем привет, и с вами Локер. Это заключительный выпуск турнира магов, финал, в котором сразятся все участники турнира одновременно. Вся команда Нелота против всей команды Саваса Аарона. Это будет настоящее безумие. Я честно даже не представляю, кто победит. И да, Фантом попросил вставить вот это. Внимание на экран. Приветствую. Что ж, вот и финал. Со дня первой серии турнира магов прошло целых 2 года. Первая серия вышла 30 ноября 2017 года. Я был в шоке, когда увидел это. 2 года. Сколько же событий произошло за это время? И да, я хотел бы, чтобы вы уделили пару минут времени, взглянув на кусочки событий, связанных с этим турниром длиной в 2 года. В этом турнире заложены не только бои, но и история персонажей, отношения, приключения и дружба. И мы подошли к концу. Что-то даже слеза чуть не потекла. Ладно, чуваки, все хорошее когда-то заканчивается. Бой пройдет в забытой долине. Там проходило много масштабных битв Фантома, так как там очень много места, и можно разместить кучу народа. Савас, ну что, ты готов? Да, конечно, как всегда. Собственно, вам нужно постараться. Эта битва решит, кто станет победителем. На данный момент твоя команда лидирует, но если победишь ты, Нелот, будет ничья. Это значит, что обе команды одинаково сильны. Знаешь, это единственное, чего я не мог рассчитать, начиная этот турнир. Ладно, что будет, то будет. Давайте, мужики, пожелаю вам удачи. Да, ребят, сегодня все секретные квесты Стража Рассвета и невероятные артефакты, о которых вы могли не знать. Я хочу увеличить пробивную силу наших арбалетов, но уже ничего не могу придумать. Нужен какой-то толчок. Я всегда восхищалась двемерскими реликвиями. Это что, мистер Кэт? Да, мы смотрим видео про наш форт. Хотим узнать, что мы упустили. Локер, а ты как тут, блин, оказался? А, мимо проходил. Сколько времени прошло с момента выхода Скайрима, а он все продолжает удивлять своими секретами.
Да. Вот бы грядущая новинка Астелия оказалась не хуже. Что за Астелия? Ха, шутишь? Астелия выйдет уже совсем скоро, но уже сейчас на нее возлагают большие надежды. Во многом игроков ждет классическое MMORPG с привычными элементами. Богатый открытый мир, сюжетная кампания, рейды за сокровищами, PvE и PvP контент. Но в отличие от многих других игр, здесь делается особый упор на взаимодействие с особыми помощниками, астеллами, которых можно призвать на помощь в бою, чтобы наносить больше дамага, получить баф или подлечиться. Каждый астелл по-своему уникален и будет развиваться параллельно с героем игрока. Кстати, для любителей поковыряться с созданием своего персонажа, тут имеется обширный редактор, позволяющий создать по-настоящему оригинального героя. Как я и сказал, Астелия еще только готовится к релизу, но по моей ссылке в описании можно подать заявочку на участие в закрытом тесте. Обязательно переходите и регистрируйтесь, чтобы не пропустить выход этой игры. Мы с Ульфриком уже подали заявку на ЗБТ. Ладно, чуваки, пошел я в Виндхельм. Надо еще успеть переодеться. В общем, Фантом придумал крутую тему. Замутить прямую трансляцию. В результате чего мы с чуваками сможем смотреть трансляцию в Королевском дворце. Остальные пошли смотреть в таверну. Давайте же насладимся этим долгожданным боем под прекрасную эпичную музыку. Что ж, начнем. Тут все пошло не так. Началась целая вакханалия, участники разбежались кто куда, прилетел дракон, и в итоге Фантом отменил бой. Да, похода боя не будет. Стоп, он переделал локацию и устроил бой в закрытом месте?
откуда никто не убежит, никто не прибежит? Гениально. Что ж, продолжаем. Полкоманды Нелота сагрились на Аркиндора. Этот гребаный скриптовой читер, Аркиндор, сломал магию у половины команды, привлек на себя и юзал телепорт. Пока он его юзал, все члены команды Савоса окружили соперников и жестко расстреливали. Скажите мне, какой гений придумал этот план? Команда Савоса просто в щепки разнесла команду Нелота. Вы понимаете, все до единого члена команды Савоса остались живых. Фантом, конечно, не стал сразу отдавать победу Савосу. Не любит он его походу. Хотя тот нормально так рубился. Он решил провести бой еще раз. И он решит, кто же сильнейший. Что ж, это не совпадение. Это было нелегко. Но они смогли это сделать. Безоговорочная победа команды Савоса Аарона. Знаешь, Савос, а я сомневался в тебе. Извини. Я недооценивал тебя. Ты отлично подготовил команду, и ты очень сильный маг.
Я, конечно, не старался сражаться в полную силу. Так, слегонца. Ну, конечно. Еще скажешь, что жалел меня. Правда? Не веришь? Конечно, конечно. А я вообще пока дрался, успел выспаться. Савос, тут кое-что произошло. Что случилось? Опять какой-нибудь полудурок залез в магический источник? Нет, на город напали армия некромантов. Их силы превосходят наши во много раз. Во много раз, говоришь? Что ж, Савос, я покажу тебе свою полную силу.